В это солнечное субботнее утро благословенный бог торговли Меркурий завладел нашими душами и направил стопы, точнее колеса киногруппы, вот сюда, на Химкинский рынок. И мы об этом не пожалели. Чего здесь только нет. Хотя город Химки и стал частью Ленинградского района Москвы, рынок, по-моему, сохранил какой-то свой, отнюдь не столичный колорит. И приезжать сюда можно, по-моему, не только за покупками, а просто походить, посмотреть, потолкаться, что-то наподобие активного отдыха. Сюда не ходят просто так, сюда ходят только за продуктами. Этот универсам, как и рынок, находится также в Ленинградском районе, на Петрозаводской улице. Здесь всегда много народу. Но в субботу, в день, который для многих из нас является днем закупок, здесь выстраиваются особенно длинные очереди. Для того, чтобы мне накормить семью, мне требуется 2 часа 50 минут убить для того, чтобы купить продукты. Почему так получается? Да потому что в округе в последнее время плохо стало с магазинами. Вот универсам на Фестивальной закрылся на ремонт, крупный универсам. Ну, говорят, что это на год, на два, это точно. Вот этот магазин давно уже пустует. Как видите, он стал складом. Этот магазин после ремонта никак не может открыться. Магазин закрыт уже около года. Никаких мер не принимают, ремонт не делают. Магазин закрыли в 87-м году, в декабре месяце. Все, и никто ничего до сих пор, вот его ничего не делают, открыли какую-то половиночку и больше ничего не делают. А мы писали председателю исполкома, а он нам ответил, что вам стоит пройти 500 метров. Что ж, видать, благословенный бог Меркурий давненько не забегал в отдел торговли Ленинградского райисполкома.